День Конституции Казахстана отмечают в Москве. На Чистопрудном бульваре патриотическую акцию провели казахстанские студенты. Сквер у памятника Абаю – традиционное место встречи казахстанцев. Находясь вдалеке, на чужбине, мы никогда не забываем свои национальные праздники. Вот и День Конституции отмечаем с детьми в Москве. С праздником, Казахстан! Дорогие казахстанцы, студенты, обучающиеся в Москве, поздравляют вас с праздником. Вперед, Казахстан! Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. Да здравствует дружба между нашими странами!